Будапешт готов продемонстрировать вам решающие схватки в супертяжелой весовой категории. Начинаем мы со схватки за бронзовую награду между монгольским спортсменом, многоопытным финалистом Олимпийских игр в Лондоне, Тушинбаяром Найданом и представителем Грузии Гураном Тушишвили. Ну, у грузин сегодня праздник настоящий, да, уже есть серебряная награда, хотя, конечно, ждали вот Либертальяне золото. Ну и вот есть возможность еще и бронзу получить. Монгольская команда здорово выступает на этом чемпионате, в том числе, наверное, и потому, что по ходу первых дней соревновательных присутствовал здесь на трибунах президент Монголии, увлекающийся дзюдо. Ну и, в общем-то, эта медаль может стать для сборной Монголии вот уже шестой. Есть золото, есть серебро и есть три бронзы. Но мы видели, как Тушишвили в предварительных встречах хорошо боролся, как он практически выиграл Тедди Ринера. Сделал красивейшую переднюю подсечку. Да, можно сказать, одним из открытий становится Тушишвили. Видно, конечно, по габаритам, что он вполне бы мог выступать и в категории до 100. Но не стал себя ограничивать, скажем так. И подсечка действительно была его хороша в дополнительное время, во встрече с Ринером. Но очень и очень опытный Найдан. Найдан попытался сейчас сделать бадок, но плотно достаточно встретил, достаточно жестко грузинский спортсмен. Хорошая передняя подножка. Очень разносторонний грузин, делает броски вправо, влево. Но, тем не менее, оценку получает монгольский спортсмен. Да, в азаре. Опытный Найдан контратаковал Тушишвили. Как бы Тушишвили здесь не комбинировал. Посмотрите, какой. Поймал. Ничего себе. Наложились движения. Вот. И такое бывает, да? Вот такая посадка. Хотел Тушишвили сделать бросок через плечо, с колен, но вовремя сориентировался на Найдан и бросил посадочкой. Кстати, отменили бросок, я так понимаю, да? Непонятно почему. В чем, собственно, проблема? Ведь это было контратакующее движение в другую сторону. Упал он на бок, мы это видели. Странно. Странно. Ну ладно. И сейчас должны дать в азаре. Если не давать оценку за тот прием, то и здесь 100%. Да, здесь раз. И в другую сторону опытный Найдан бросает своего соперника. Ну так, на бачок-то перекатился. Мы видели, вот. Конечно. Предыдущее действие было очень похоже. В итоге не дает оценку Тушишвили и возвращают оценку. Нет, а сейчас и было как раз действие Найдана. Да. В другую сторону контратаковал, но немножко другим броском. Вот. Еще и одна попытка. Да, немножко перепутал. Да, все правильно. У Найдана есть одно в азаре, могло быть уже и два. И мы видим, что такое ощущение, что вот тот прием, та посадка контратакующая, она стала каким-то переломным моментом в этой схватке. Потому что до этого было преимущество у грузин. Не лишним будет напомнить о том, что Найдан в полуфинале утешительного турнира одолел другого грузинского борца Адама Акруашвили, у которого было три шидо. То есть дисквалификация. Очень напряженная схватка. Тушишвили берет верхний захват. Ой, хорошая передняя подсечка. Раз за разом Найдан опережает своего соперника. Только чувствует, что Тушишвили будет делать бросок. Будет делать вход в бросок. Как опережает его и сам атакует первым. Со скоростью мысли не все в порядке у грузинского борца. Захват-то был хороший, но вот он и встал. Сейчас монгол попробует перейти на удержание. Асайкоми. Пытается вытянуть ногу. Пробует в одну сторону, в другую развернуть свой корпус. И помогает себе рукой грузинский спортсмен, блокируя ногу
Ну, чуть-чуть остается. Вот, вытащил ногу и будет ли удержание? Есть удержание. Пошло. Пошел отчет. Но все-таки на одном лишь плече и в другую сторону разворачивается Тушишвили. Блестящий переворот. Напоминаем, что по правилам дзюдо необходимо сначала зафиксировать две лопатки, а потом соперник может крутиться, и даже касание одного плеча будет достаточно для удержания. Да, это важный момент. 40 секунд до окончания основного времени этой схватки. У Найдана преимущество одно в Азаре. Но очень хорош Тушишвили. Бьется до конца. С характером, Гурам. 22 года этому спортсмену. Хорошая попытка сделать подхват. Но был лишь захват одной рукой. И сразу же опытный Найдан пытается перевести своего соперника на удержание. Хорошо перевернул. Прижимается и должны открыть. Открывают. Все. Не хватает силы Тушишвили. Очень много он отдал сил на то, чтобы выбраться из предыдущего удержания. Здесь все ясно. Призер Олимпийских игр, доселе не становившийся призером чемпионатов мира, берет бронзу. Устроил здесь монгол Найдан независимости, да, такой своеобразный. Я думаю, еще сыграло роль то, что грузинский спортсмен предварительной встречи, хоть и проиграл Тедди Ринеру, но выложился на все 150%. Да, и был очень разочарован в связи с поражением. Не помню, какие эмоции у него были. Но вот так. Вот так получается. Еще одна награда в копилку монгольской команды, у которой уже набралось 6 медалей. Одна золотая, одна серебряная и сразу 4 бронзовые награды. Помним мы, что в первый день в легком весе Ганбат Балбатар стал бронзовым призером. Ганбатыр от Бояр в категории до 73 тоже стал третьим. Вот забронзовели монгольские мужчины, да? У девушек все-таки были поярче результаты. Серебро и золото. Видим, как любят поклонники дзюдо монгольского спортсмена. Все поздравляют. Да, он первый раунд пропускал, во втором раунде справился с представителем Казахстана Шенкеевым. Дальше был успех во встрече с австрийским спортсменом. Потом Давиду Моуру проиграл. Давиду Моуре, который, кстати... Который является первым номером мирового рейтинга и будет встречаться в финале с Тедди Ринером. Да, ждем, безусловно, этой схватки. Но перед этим еще одна схватка за бронзовую награду. Барнабор, спортсмен из Венгрии, встречается с Рафаэлом Силвой. Характерно, да, то, что вот в вечерней части соревнований в категории свыше 100 два грузина, два бразильца и, собственно, один венгр, один француз и один монгольский спортсмен. Один француз, но какой? Ну какой, да. Да, в общем-то, наверное, все те, кто, кого мы ожидали увидеть, да, в этой финальной части, все они здесь присутствуют. Хорошая еще тоже школа борьбы.